иногда что-то зарождается на планете, да, ну, например, и вроде как это зарождается, оно пока не имеет никакого большого развития, да, и кажется, что нет перспектив или есть, на это никто не обращает внимания, а потом вдруг это все начинает всеобщим каким-то, вдруг такое развитие, какие-то сценарии вдруг неожиданно меняются, и это все становится каким-то глобальным. Надо быть честным, что, в общем, ключевую роль там является и играет Китай. Если мы говорим, то, знаете, этому К, все остальные Б зачем? Очень приятно, что Россия тоже является участником этого проекта. И я считаю, что со временем мы можем ярко понимать и оценивать, насколько нам важен этот Международный банк и каким образом мы можем конкурировать с Международным валютным фондом. Индии, Китаю и России, Бразилии есть что дать миру? Китай не просто так не занимается ерундой и не создает из юаня какую-то третью национальную международную валюту, а осознанно держит слабый юань. Поэтому, потому что слабость юаня позволяет держать экспорт. Это одни мы что-то вот в каком-то имперском раже пытаемся создать из рубля какую-то мировую валюту. В моем понимании ее надо регулярно умело девальвировать и тем самым поддерживать экспорт, ну, не только сырья и материалов, но и большинства технологий. Я вот своих партнеров тоже в Африке тоже такой проект предлагаю. Давайте вот объединить, через объединение только надо побеждать. Одному сейчас в таком рынке или в таком мире, мне кажется, это слишком было бы несерьезно.